соответственно, заинтересованы в том, чтобы наши выпускники не шли на улицу, а трудоустраивались. Это один из важнейших показателей деятельности любого образовательного учреждения. И, в общем-то, это сейчас ставится во главу угла. Выпустить хороших специалистов и помочь им трудоустроиться – главная задача политехнического техникума. На сегодняшний день с поставленной целью техникум справляется отлично. По статистике, ежегодно более 70% выпускников сразу же трудоустраиваются благодаря ярмарке вакансий на базе политехнического. Такие встречи можно смело назвать предварительным распределением. Отозвались на наше приглашение. Им огромное спасибо. Ну и мы надеемся, что сегодня они смогут решить свои, может быть, кадровые проблемы, ну а наши выпускники найти достойное место работы. Есть пару мест, которые мне бы заинтересовались, то есть там, где можно, так скажем, набрать больше опыта и в той сфере, в которой я еще не занимался и в которой мне более будет интересно, то есть это грузоперевозки и ремонт каких-то технических там таких средств. Я планирую пойти по специальности работать, у меня прям желание есть, и вот я сейчас в поиске. Политехнически успешно сотрудничает со многими предприятиями города, где свои способности студенты показывают заранее, на практике. Показали себя как трудолюбивые дети. Очень довольны. Да. Отзывы хорошие о нас. Получили сегодня первую зарплату за полмесяца. Очень довольны. И, в принципе, они легко обучаемые, да, не только по своей профессии. Если что-то нужно где-то помочь, они всегда рады нам помочь. И ответственные дети, серьезные. На работу приходят вовремя, никогда не опаздывают, и нету никаких ни прогулов, ничего. Рады очень сотрудничать с этим техникумом. По твердому убеждению работодателей, молодые кадры нужны в каждой отрасли. А профессии политехнического в числе самых востребованных, поэтому шанс удачно трудоустроиться новому выпуску существенный. Анна Шурко, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.